Всем привет! Снимаем с Лялей небольшое видео. Лялечка скоро пойдет на стрижку. Записались на 21 число, там тоже очередь своя. Посмотрите, какой у нее чубчик отрос за зиму. Девочка в шубке, но уже слишком тепловато, да? Вот она мне подтолкнула игрушку. Вот, подстригем красоту твою. Лёг. Лёшенька. Вот и моя девочка. Чубчик скоро коротенький будет. Ушки аккуратно обстригут, а то мы идем метем. Все по земле, по снегу еще. Снег такой с грязью приходится Лялю приводить, ванну заводить, отмывать лапы. Вот. Все надо приводить в порядок. Дело к весне идет, девчонка должна быть красивая. Мне нравится вот этот ее чубчик такой миленький. На носике, видите, у нее веер тоже прикрывает. Маленько подыгрывает. Ну, толкай сюда игрушку. Давай, давай, толкни. Толкни, ты умеешь. Давай, 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 давай. Лилек. Красотулечка моя. Даже скоро меня не узнаете. И мои блондинистые волосы. Тык-тык. Глаз не видно, непонятно, что Ляля думает, что придумывает. Ну ладно, показались вам, и хорошо, всем хорошего дня.